Лена, ой, нам пора объясниться. Миша, ну хватит, ну сколько можно? И вообще мне сейчас не до вас. Я думаю о герое, о путешественнике. Лена, это вы говорите кому? Человеку, который буквально только что вернулся из путешествия. Вы путешествовали? Да. Интересно, где? По Индии. По Индии? Что, по всей сразу? Нет, по правой стороне. Миша, вы должны непременно мне рассказать. Леночка, ну конечно. Иду, значит, я по правой стороне Индии. Так. И вдруг передо мной вырастает такой огромный тигр. От головы до хвоста 6 метров. А от хвоста до головы 8. И весь в крапинку. В крапинку? Да. Но ведь тигры полосатые. Лена, это черти полосатые. Как? А тигры не в крапинку. А, и вообще в Индии это сейчас не модно. Ну а что сейчас вообще модно в Индии? А в Индии сейчас модно танцевать. Танцевать? Да. Что танцевать? Где? На правой стороне? Ну на правой стороне. На правой стороне танцуют капо. Капо. А что это значит? Это значит, как попало. Какая сногсшибательная манера. Ну, а на левой стороне? А на левой стороне танцует танец шимми. Если вы хотите быть современной, вам придется изучить непременно танцы те, что нам принес 20 век. И прекрасен в этих танцах человек. Кавалер-то вы вполне благородный, и мне кажется, шикарный и модный. И за то, что вы сумели сердце сразу покорить, я готова вам все танцы подарить. Ах, мадемуазель, станцуем шимми, чтобы не считали нас такими дико старомодными, смешными, все подряд. Шимми — это самый модный танец, на щеках у всех зажжет румянец, а придумал шимми сумасшедший говорят. Правильно про это нам сказали, шимми только дикари плясали, а тебе танцует в каждом зале весь Париж. Шимми, шимми, шимми — это модно, но если модно, то свободно, делай как угодно, что угодно, никого не удивишь. Таких партнеров все дамы пригласит он, так пойдем с ним всегда мы. Нам с таким партнером просто и легко, завести он может очень далеко. Но если он, смущаясь, подходит, вряд ли так себе подругу находит. Только тот сегодня вправе приглашать на танец дам, кто без правил и стеснения скажет вам. Ах, мадемуазель, станцуй шимми, чтобы не считали нас такими дико старомодными, смешанными все подряд. Шимми — это самый модный танец, на щеках у всех